Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас 17 с композицией Spell, что переводится как заклинание, чары и много еще чего. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, и мы начинаем! Ну да, такое, знаете, начало немножко волшебное, такое обволакивающее. Кстати, по звучанию так называемая ночная музыка. Ну, я этот термин уже давно говорил. Это моя ассоциация. Я не говорю, что есть такой жанр. Ну, может быть, он и есть. А так, достаточно пока медленно, спокойно. А еще карты Таро. Я буквально сегодня ночью, у меня была бессонница, я глянул фильм. По-моему, назывался «Медиатор судьбы». И там как раз открывающие титры через карты Таро поданы были. Поэтому совпадение не знаю. Кстати, несмотря на то, что песня звучит мягко и спокойно, тут, как бы парадоксально не звучало, тихие звуки все равно очень громкие. Но это к тому, что трек сам по себе такой очень громкий. И даже моменты, которые такие тихие, должны ласкать вам слух. Они-то, конечно, ласкают, но на фоне общей звуковой картины. А в целом трек сам по себе достаточно громкий. Я почему передернулся вначале, немножко я убавил громкости, потому что прям очень громко. Но это на мой, конечно, вкус. Вот. Опять же, просто убавил громкости и сразу стало хорошо. А так вообще такая перкуссия местами хлесткая, но в целом почти все здесь слегка круглое. Опять же, к голосам вопросов никаких нет, ну, камон, я на этом канале прошел марафон группы 17, я знаю, о чем говорю, когда утверждаю, что вопросов к вокалу 17 быть не может. А еще вся музыка такая, знаете, медитативная достаточно. То есть тут нет каких-то прямо резких всплесков, и за счет этого, ну, серьезно, можно просто под нее расслабиться. Можно даже помедитировать, я уж не знаю, как это делается, но напоминает музыку, под которую это можно делать, с вокалом или без. Единственное, сейчас вот хореография, я такой вот смотрю на нее, и как будто бы чуть-чуть не хватает вот плотных ударных, чтобы немножко вот прям пробивали. Потому что хореография достаточно такая была интенсивная сейчас, а вот музыка такая же спокойная, ненапряженная, как и была. Если вы ожидали, что я здесь буду говорить про какие-то басы, как обычно, ну пока здесь прямо что-то так не выделялось, поэтому в принципе просто хорошо сделано, все аккуратно звучит. Да, сам по себе трек громкий. Я даже, наверное, сейчас гляну, насколько, а потом вам скажу или нет. Я
Ну что ж, я думаю, перевод чары здесь даже более уместный, чем заклинание. Композиция мне понравилась, она спокойная. По поводу громкости, там где-то минус 8,5 луфс, что достаточно тихо, даже минус 9. И тогда здесь прям отличная работа проведена, что трек звучит достаточно громко. Либо это из-за того, что я уже последнее время не досыпаю, и меня любые звуки резкие начинают травмировать как-то... В общем, восприимчивость громким звуком стало гораздо больше в последние пару дней. Поэтому, наверное, это с этим связано. А так что сказать? Ну, опять же, аккуратно подобранный синтезатор, то есть все тембры вместе соединяются, такое, знаете, текущее, что-то такое плавающее, неосязаемое, но в то же время такое близкое. Ну, вот такие образы напрашиваются. Сегодня как-то меньше про технические характеристики композиции хочется говорить. Но в целом, конечно же, пишите, что вы думаете про эту песню. А пока что список бустеров. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, типа спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас, пока мы живы. В общем, разберемся. Далее бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые, или хотите стать таковыми, или помочь каналу, помочь сохранить трехмерность автора. На всякий случай, опять же, тест на трехмерность пока что пройден. Далее, что у нас есть? MP Reviews, K-Pop новости, это база, пожалуйста, подписывайтесь. MP Entertainment, музыка, телеграм-канал Хаплокация, там даже каверы еще выходят на одном из каналов. В общем, с вами, как обычно, был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.